Дорогие друзья, всем привет! Мы с вами находимся на набережной города Аликанте. Меня зовут Антон, я сегодня беру интервью у Олега. Я не так важен сейчас важен Олег. Олег – это соучредитель компании Teadei, и сейчас он нам расскажет, что такое Teadei. Олег, что такое Teadei? Teadei – это компания, созданная нами для реализации инвестиционных проектов, в которых мы участвуем сами и приглашаем партнеров. В данный момент мы реализуем несколько проектов на территории Каталонии. Это новое наше направление, куда мы переводим все наши активы и интересы. Олег, расскажи, чем примечательны эти объекты? Несколько, может быть, каких-то есть интересных фактов? Да. Ну, кроме того, что все бизнес-проекты находятся на территории Каталонии, и сама местность просто шикарно и красиво видами, несколько фактов рассказываю. То есть, к примеру, Агаса, на территории проекта Агаса, на территории которого жил и священник, и архитектор этого городка, и оставил, так сказать, свой след красивый в этом месте. Проект «Шахта», на территории шахты этого проекта была шахта реальная, пока ее не затопило и не смогли остановить воду, шахту закрыли. Там сейчас будет, воду остановили. Не, вода идет, она как раз будет, кстати, использоваться в качестве, да, наших, ну, нужд и так далее. Да. Там будет музей, что, да, тоже характерно. Потом, какой еще проект? Церковь, там, то есть настоящая церковь, действующая, на территории которой мы будем проводить коммунионы, допустим, торжества, связанные там с бракосочетаниями, что будет привлекать туристов, да, в том числе. Этот объект примечательным тем, что на его территории находится действующая церковь, да, которой уже несколько сотен лет, да, насколько, да, я понимаю, я там тоже был, и очень интересный объект. Да. Давай теперь в общем про все объекты, что планируете, что там будет и чем будете завлекать туда гостей. Да, планируем создать зоны загородного отдыха с сферой услуг полный, да, полный комплекс услуг. Это гостиницы, рестораны, бары, спа, бассейны. То есть все для... Глэмпинг, насколько? Глэмпинг обязательно, да. Глэмпинг. Зоны коворкинга, я помню, есть. Зоны коворкинга, да. Места, где можно... И работать, и отдыхать. И все это будет выше среднего уровня, что испанцы не могут дать, да. То есть будет полный комплекс услуг с высокого качества. Что испанцы не могут дать, но могут взять. Ну, могут взять, да. Олег, я хочу инвестировать в ваши проекты. От какой суммы я могу это сделать? А сколько есть? Я думал, это была шутка. У меня есть 25 тысяч евро, например, и что я могу сделать? Разве могу, да, я поучаствовать? Ты попал в точку. Мы специально создали такие доли, минимальный вход от 25 тысяч евро, что гораздо ниже стоимости покупки квартиры, но прибыль от которых, да, гораздо выше стоимости, которую приносит квартира. Вот, то есть вход в проект от 25 тысяч, если на примере дома-дорога, и до 50. Количество покупки долей не ограничено. Можешь купить хоть одну, хоть 10 долей. Вот. Почему я должен сделать это именно сейчас? Аналогично примеру застройщиков, выгодно всегда входить на котлование. У нас ничего мы нового не изобрели, все то же самое. То есть, чем больше рисков ты на себя берешь, тем больше прибыли ты получаешь. На этапе входа покупки территории покупаешь максимально возможную прибыль. То есть, это для пассивного участия от 16,5%. И в последующем растет капитализация, соответственно, да, уменьшается, ну, капитализация, безопасность, уменьшается процент прибыли будущих участников, которые будут ходить позже на этапе, да, капитализации. То есть, если я сейчас вложу 25 тысяч свои, последние, то через год я получу 16% годовых? 16,5%. 16,5%. Да. Все, я пошел за деньгами. Все, спасибо. Счастливо.